Ульяновский техникум питания и торговли стал победителем грантовского конкурса «Молодые профессионалы». Выигранные 16 миллионов рублей в учреждении направили на обновление технической базы. В итоге оборудовали тренировочные мастерские, где студенты пробуют себя в роли будущих кондитеров, пекарей и рестораторов. Эти мастерские на сегодняшний день оборудованы всем необходимым современным оборудованием, которое позволит готовить специалистов как в соответствии с действующим федеральным государственным образовательным стандартом, так и в соответствии с международными стандартами. Диана Эфиндеева с детства мечтала стать кондитером, поэтому девушка и поступила в Ульяновский техникум питания и торговли. Героиня признается, даже не ожидала, что теперь здесь есть оборудование, на котором удобно и приятно учиться. Здесь занимаются чисто мучные кондитерские изделия, пирожные, эклеры, тортики и так далее. Темперные шоколады, песочные полуфабрикаты, там готовится зефир и так далее. А вот Анастасия Абрамова уже долгие годы работает профессиональным пекарем. Девушка уверена, теперь в техникуме не только классно учиться, но и приятно обучать ребят. Я больше практик, чем теоретик, и показываю детям мастер-классы. Мы здесь с ними готовим хлеб, брецели, мелкоштучные изделия, сдобные изделия. Дети интересуются, у них горят глаза. Всего в учреждении оборудовано 4 мастерских по компетенциям: кондитерское дело, хлебопечение, ресторанный сервис и интернет-маркетинг. Работа на образовательных площадках ведется в 2 смены. В смену обучения проводится для 40 человек. Максим Писарев, Юрий Ломатов, Управда ТВ.